Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Я рада приветствовать вас в нашей волшебной мастерской. И сегодня я предлагаю сделать вот такую ракету. Это у нас, ребята, аппликация. И для этого нам понадобится картон, цветная бумага, клей и фломастеры. Давайте приступим. Детали для нашей ракеты я сделала заранее. Сначала мы берем прямоугольник, это основание нашей ракеты. Промазываем его хорошо клеем. Промазываем всю деталь и приклеиваем ее на середину нашего картона. Приклеиваем. Следующее мы приклеим нижние части нашей ракеты. Для этого нам нужно два маленьких прямоугольника. Промазываем их клеем и приклеиваем, как у меня. Первая деталь. И вторую деталь также хорошо промазываем клеем. И приклеиваем с другой стороны ракеты. Теперь, ребята, приклеим верх от нашей ракеты. Для этого я приготовила треугольник. Промазываем его клеем. И приклеиваем сверху нашей ракеты. Приклеиваем. Вот такая ракета у нас уже получается. Дальше мы приклеим с вами иллюминатор. Для этого я вырезала два небольших кружочка. Промазываем клеем. И приклеиваем первый, теперь второй. Приклеиваем. Следующее мы приклеиваем три вот таких овала к нашей ракете. Промазываем клеем и приклеиваем, как у меня. Первый, второй овал и третий овал. Промазываем клеем и приклеиваем. Так как наша ракета летит в космос, давайте нарисуем звезды. Для этого нам понадобится черный фломастер. И рисуем звездочки. Вы можете украсить, ребята, свою поделку по своему желанию и на свой вкус. Так. Все. Вот такая ракета у нас получилась. А у вас получится еще лучше. До новых встреч, ребята. Пока-пока.